Мои дорогие подписчики, это еще один выпуск IT-будни. В Твите столкнулся с глюком на Винраре. Причем мне уже второй или третий клиент жалуется. Раньше такого не было эффекта. Винрар, он хоть и платный, но потом постоянно выдавал, что типа 40 дней и хватит. И он свободно работал без всяких проблем. А сейчас появилась такая трабла, что вот окошко уведомления об истечении пробного периода, оно вылезает и вообще никак не хочет закрываться ни крестиком, никак. И здесь в углу даже, вот если мы пытаемся закрыть, все равно он не хочет закрываться, видите? Тыкаю, тыкаю. Хотя винда вроде на десятке залипание окон обычно бывает, но в данном случае это семерка, и на семерке все равно винрар никак не закрывается. Ну, в итоге, да, я давно хотел перейти на какой-то бесплатный антивирус, но что-то все ни один нормальный не попадался. Сидел на винраре, особенно консольные команды у него радовали, там автоматизация бэкапов я через него делал. Но сейчас, видимо, придется все сносить. Ну вот, видите, через снять задачу это работает. Вот так вот поснимал задачки, но с винраром придется что-то делать, искать альтернативную замену, там, 7-Zip, еще кто-то. Хотя они мне по интерфейсу не очень нравятся. Мне кто-то из пользователей советовал архиватор. Надо будет поднять переписку и посмотреть. И вы тоже в комментариях напишите, какие архиваторы вам больше всего нравятся. Адекватные, с консольными командами, чтобы автоматизация какая-то работала в них. И я попробую и с ними поэкспериментировать, посмотреть, как они работают. Тогда сделаю отдельное видео. Ну вот, на сегодня такие у меня IT-будни. Всем спасибо, пока, до новых встреч.